Когда внуковский маньяк Юрий Раевский был на зоне в Мордовии первоходом за изнасилование, его опустили и накололи все нужные портаки. Не выдержав такой жизни, Раевский ушел в бега. Позже оказалось, что перед посадкой он спрятал свой паспорт, а теперь достал его из тайника. Это дало ему возможность свободно перемещаться по стране. За несколько месяцев в разных городах он изнасиловал и убил 6 женщин, среди которых одна оказалась беременной. Поймать его помогла случайность. С последней жертвы он снял приметное пальто, которое пытался продать на следующий день, был задержан за спекуляцию, а уже в участке опознан как опасный беглый преступник. Психиатрическая экспертиза признала Раевского полностью вменяемым. В феврале 1973 он был приговорен к высшей мере наказания и в декабре того же года расстрелян.